На этой неделе конференции и мастер-классы проходят и на форуме «Молгород». Палаточный лагерь на берегу Волги каждый день посещают представители власти разных уровней, медийные личности и другие. Всего в рамках форума выступили около 100 экспертов. На «Молгороде» побывали и депутаты Государственной Думы России Леонид Черкесов и Ольга Павлова. Разговор состоялся на площадке развития территорий, поэтому все вопросы так или иначе касались развития Чебоксара, Чувашии в целом. Молодые люди смогли рассказать и о своих идеях, обсудили варианты развития такого направления, как водный туризм. Гостем площадки стала и заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова. Ребята интересовались, как развивается киберспорт в России. Поговорили и о поддержке детского спорта, строительстве спортивных объектов и многом другом. Как привлечь зрителя на спортивные мероприятия, чтобы те люди, которые приезжали, видели, какие классные спортивные горожане у нас живут. Конечно же, это нуждается и в рекламе, и, наверное, в первую очередь приглашение всех тех, кто не интересен этот вид спорта. И в этом направлении еще много предстоит и работать. Леонид Черкесов поблагодарил ребят за интересные идеи и отметил, что многие из них взял на карандаш.